В Люберцах прошло заседание Совета депутатов городского округа. Народные избранники обсудили изменения в бюджете на 2017-2019 годы. Кроме того, на совещании стало известно, что комитеты по культуре и спорту вошли в состав администрации муниципалитета. В начале заседания люберецкие депутаты обсудили изменения в бюджете на 2017-2019 годы. Так, в соответствии с внесенными поправками, доходная часть на 2017 составит 1 миллиард 244 миллиона рублей, а расходы – 1 миллиард 612 миллионов рублей. В основных нововведениях прежде всего учтены субсидии Московской области на благоустройство и ремонт дорог. На следующее направление. На благоустройство территории пешеходной зоны, расположенной по адресу город Люберцы, улица Смирновская, в сумме 31 миллиона 563 тысячи рублей. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта дворовых территорий на общую сумму 57 миллионов 104 тысячи рублей. Представленный документ депутаты приняли единогласно. Также народные избранники обсудили изменения в правилах землепользования и застройки части территории городского округа в микрорайонах 1А, 1Б, 3-3А и 35Ж. Предлагается отменить пункты 1 статьи 24 правил землепользования и застройки, статью 29 исключить. Это касается той территории, на которой идет уже реализация договоров развития застроенных территорий, на которых идет переселение из аварийного ветхого жилья, на которых уже люди получили не одну квартиру. Это всего лишь идет отмена в части установления территориальной зоны, потому что по градостроительному кодексу и по земельному кодексу один земельный участок не может находиться в разных зонах. Кроме того, на совещании утвердили изменения в структуре администрации муниципалитета. В ее состав вошли два новых органа – комитеты по культуре и физической культуре и спорту. Напомним, ранее они были отдельными муниципальными учреждениями. В состав администрации эти комитеты войдут путем реорганизации с полным объемом финансирования. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.